poika, talpukainen, talpukainen, joo, no, notku nuori netsykäinen, netsykäinen, joo, no. Jottei pojat pois menisi ja menisi, joo, no, ilo linnut liikahtaisi, liikahtaisi, joo, no. Saisi tuo polainen poika ja polainen, joo, no. Saisi panna painaa, tuttaa, joo. Углеводиков немножко. Углеводиков? Вон рис темный. Овощей побольше. Рыбку. Что-то не тяжелое. А после вечерней можно и мясо с овощами поплотнее. Еда у хоккеистов всего мира сейчас примерно одинаковая. Все зависит от того, сколько энергии парни тратят. Наши ребята выкладываются полностью, и потому на обед предпочитают пасту, рыбу или курицу. Игрокам крайне важно восполнять потерянные калории, особенно после таких тренировок, как у нас сегодня утром на 2 часа. Если хочешь быть готовым к нагрузкам, нужно хорошо есть и высыпаться. Привет. Привет. Ну, расскажите, как живете здесь? Ну, заходи, покажем. Так, ну это прихожая. Тут наши вещи. Здесь мы разуваемся. Шкаф, сушилка. Так, а что за сушилка? Ну, здесь можно вещи сушить, если там нужно постирать и так далее. Это же центр олимпийской подготовки. Да, можно форму принести, постирать, посушить. Так, здесь ванная? Да, здесь ванная комната, туалет. С кем живешь? С Никитой. Он отдыхает после тренировки. Никита, привет. Добрый вечер. Как тренировочный процесс? Да ничего, справляемся. Ну, конечно, тяжеловато дается. Но мы все преодолеем. Когда заехали, кровати были близко друг к другу. Пришлось отодвинуть их подальше. Телевизор смотрели? Ну, включали, но там все на финском, поэтому... А спорт? Спорт? Ну, мы что-то не нашли спорт. Да. У нас обычно так, в интернете. Ага. Wi-Fi тут хороший еще, хотелось бы отметить. Вот это я согласен. Слушайте, а когда наступает вот этот замечательный момент, когда можно селиться одному? Никит, ты знаешь, когда он наступает? Ну, наверное, когда в сборную России попадешь. Чемпионом мира станешь и Кубок Гагарина выиграешь.